Уберите все ограничения, это самое важное. Все у нас в голове. Если ты уверен в том, что ты делаешь, делай. И плевать, что подумают. Ребят, вы моя мама! Я люблю вас всех, ребят! Люблю быть в центре внимания. Люблю быть ярким. Мне постоянно нужно, чтобы вокруг меня что-то происходило. Я стану блогером года или нет? Я один из самых первых блогеров в стране. Что, блогер? А что ты делаешь там? Сейчас, конечно, уже отношение другое. Я люблю вас! Красавцы, красавцы! Меня смотрят огромное количество людей. Представляешь, выкладываешь сторис, и твой сторис смотрит 6 миллионов человек. То есть что это такое, да? Как пацан волнуется. Я снежку выгнал просто за тобой. И реально отношусь к аудитории как к семье, знаешь. Если что-то случается, они реально переживают. Они где-то находят мой номер, мне начинают звонить. Это моя аудитория. Как... Поэтому я их люблю. Цель, самое главное, это сделать людей, не знаю, немного счастливее. Может, в моменте. Ага. Скинут своим друзьям, и им тоже станет весело. Потому что это цепочка. Круто же. Я хочу, чтобы мы умели, не знаю, над собой ржать. А где твои родители? Ты что, потерялся? Да, как дела? Что делаешь? Да. Да, я знаю. Давай, наберу, блин. Если бы не моя команда, не ребята вокруг меня, у меня бы много чего не было. Каждый день я со своей командой. Мы очень много времени проводим вместе. Придумываем, пробуем что-то новое. Бывает, где-то у нас не получается. Где-то получается даже очень хорошо. Я не даю расслабиться ребятам. Если они заходят, они видят Хаммер, и в этом уже теряется весь... Интерес. Да. Все верно. А нужно, чтобы интерес был. У нас коптер, вертолет летит, за нами погоня. Можно рации, там, звуки. Очень часто бывает, что ты думаешь, все, ну вот ролик готов, все готово, все идеально, все круто, классно. Но ты понимаешь, что там в течение дня уже 5 правок делается. Просто я иногда думаю... Хоть бы он не позвонил, хоть бы... Да это же понятно, что на рассвете только... Гусейн Гасанов — это 22-летний блогер. Он разыграл в соцсетях внедорожник. У него за неделю число подписчиков выросло в социальных сетях на 5 миллионов. Сейчас эту новость обсуждают все. В понедельник он будет в гостях у Владимира Познера. Ключи от Rolls-Royce, садись за руль. Мы сейчас едем в ГУМ одевать тебя, окей? Если бы у меня была суперспособность, чтобы я был, знаешь, этим джином. Айфон твой. Дай пять. Люди приходили и сказали: так, Гусь, я хочу ламбо. Я такой: ну, ламбо, окей, на. Настя, ты понимаешь, что с тобой вот так же будет, да, ребят? Давай! Моргает абсолютно весь Инстаграм, потому что Гусейн Гасанов раздает по 5000 рублей каждому, кто моргнет вовремя. Вау! Да! Да! Я не особо могу открываться новым людям. Для меня это тяжело. Уже непонятно, знаешь, когда ты начинаешь с кем-то общаться, ты уже думаешь: так, он со мной общается, потому что я Гусейн Гасанов? Или потому что я классный чувак? 90% моих друзей, друзья, которые именно вот с Колпина, со школы, Колпино было очень весело.
Как дела у вас? Нормально. А с какой школы? С этой. Все. Родители меня отправили в школу, когда мне было 6 лет. Я думал, что это круто, но оказалось так, что я был самый маленький в классе. И на все соревнования меня не брали. Я постоянно сидел с девчонками, и стоял я в строю самый последний. Хотел хоть знаешь, на несколько человек стать впереди, но нет, я всегда стоял в самом последнем. Комплексовал, наверное, какие-то моменты, что, блин, я самый маленький. Каждый раз, когда приезжаю сюда, у меня такая ностальгия. Столько лет прошло, а здесь ничего не поменялось. Под моим домом на первом этаже был магазин продуктовый. И я подумал, почему бы не работать там продавцом. Там платили 500 рублей в день. Это то самое место, где я работал. Прямо вот за этим прилавком. Я работал без выходных, потому что я думал так, если я не выйду на работу, либо возьму выходной, то я потеряю эти деньги. Почему? Я должен терять их, я могу заработать. 15 тысяч в месяц. Это были неплохие деньги в то время. Я бы не сказал, что у меня детство было какое-то печальное, грустное, не знаю. У меня прекрасные родители, у меня прекрасный брат. Вот, правда, друзей постоянно приходилось менять из-за того, что мы меняли локацию. Лет 5 я прожил в Баку. Я выходил и здесь ждал маршрутку, чтобы доехать до школы. Ностальгия. Я бы не сказал, что деньги сделали меня счастливее. Нет. Но меня делает счастливее, когда я делаю своим близким подарки. Когда я могу свою маму забрать с квартиры, в которой мы выросли, и переселить в Москва-Сити. 17 лет я уже жил один. И у меня всегда было куча дел. И очень мало времени я уделял своим близким. Скоро закончится ремонт. Я заберу их к себе поближе. Потому что я хочу, чтобы они были рядом. Красотка. Найди себе ляшенька. Ну, давай. Нормально. Переезжаешь, да, в Москву? Все. Приехал посмотреть. Угу. Смогу здесь жить или нет? Да, сможешь. Как раньше, мам, да? Может быть, тебе посуду помоешь? Мам, не, ну, помою я посуду, конечно. Как только камера выключится. Как Гусейн приехал в Москву, я вообще мало стала его видеть. Я только в Инстаграме и слежу, чем он занимается. Все читаю и про это все знаю. Перец и соль. Мой Гусейн, точно тебе жениться надо. Я ничего не знаю. Моя любимая тема, да? Да. Мне плевать, какая у него будет семья в плане обеспеченная или нет. Очень часто мне пишут в Инстаграме, да ты никогда не посмотришь на обычную девочку. Что значит обычная? Все мы обычные. Я очень хочу, знаешь, приезжать домой, чтобы меня встречала моя жена, мои дети. В этом и есть счастье. Я, когда увижу свою жену, я подойду к ней и скажу, ты будешь моей женой. Она, возможно, отвернется и уйдет. Но вот тогда, мне кажется, нужно добиваться. Потому что это вот серьезно. Я, между прочим, боюсь высоты. Но это временно. Так много разводов. Так много. Почти все, кого я знал. Вот все, кого я знал. За кем наблюдал. Кто был для меня
кумиром, знаешь, когда именно в отношениях. Пара. Все расстались. Ну, у меня и родители расстались. Я думаю, что я не допущу этого в своей семье. Я бы отдал бы все, чтобы их помирить. Отец уехал. И уехал надолго. То есть он не возвращается. И они подали на развод. И вот это было для меня самое, знаешь, такое больное, что ли. Знаешь, я почувствовал себя в этот момент каким-то одиноким и беззащитным. Ты действительно не можешь ничего сделать, чтобы они были вместе. И я даже с братом иногда чувствовал вину на себе. То есть я думал, блин, а может, я не до конца с ними поговорил? Может, я не сделал все, что было в моих силах, чтобы их помирить? Но для меня это важно, понимаете? И у меня аудитория постоянно спрашивает, почему ты показываешь там маму нам, а почему не показываешь отца. Вот. С отцом у меня очень теплые отношения. Я его безумно люблю. А, бать, пап. Привет, как ты? Нормально, нормально. Что делаешь? Границы не открыли? Нельзя вылетать никуда? Я тебя целую. Да, наберу тебя еще, да. Я начал заниматься музыкой, я начал ходить на вокал. Я такой упертый, знаешь. Вот если я захочу что-то, я это получу. Первый мой вайн был на песню Натана, и он сделал репост. И свой первый трек я тоже решил, что надо записать с Натаном. Я ему звоню, говорю, бро, теперь-то я могу ему звонить и говорить, бро, давай сделаем трек. Трек был во всех радиостанциях. И очень приятное, знаешь, такое чувство, когда мама скидывает видео мне, как она едет за рулем своей машины и показывает, что по радио играет мой трек. Не знаю, я получаю удовольствие, что люди слушают. Потом все мои бывшие начали мне писать. Это ты явно про меня написала? Ну, то есть, я понял, что это круто вообще. Я как-то выступал в Олимпийском. Там сидело 18 тысяч человек. И я вышел, у меня руки дрожали. Я вот так, я не мог держать микрофон. Это было очень странно. Потому что я могу поднять телефон, записать сторис, и его увидит 6 миллионов человек. А выйти на сцену в Олимпийском 18 тысяч, у меня рука тряслась, я там не мог подобрать слова. Хотя я это очень круто делаю в соцсетях. Я никогда не пытался показывать себя таким, каким я не являюсь. Можно уйти вообще не туда, знаешь. Одеть маску, жить вообще не своей жизнью. Я стараюсь быть тем, кем я правда являюсь. Потому что иногда тебя хотят видеть вот таким. И ты можешь стать вообще... не получать удовольствие от того, что ты делаешь. У меня не так. Я вот такой, какой есть, что в соцсетях, что в жизни. Такой же человек, так делает такие же ошибки. И терял близких людей мне по глупости. Но опять же, это опыт. И никогда ни о чем не жалею, кстати. Я вот такой, я Гусейн Гасанов.